Специальное комплексное мероприятие «Охота» проводит Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен в период осенне-зимней охоты с 1 октября по 31 декабря. Основными задачами комплексного мероприятия является усиление контроля за проведением и организацией охот гражданами и должностными лицами охотничьих угодий, профилактические мероприятия, выявление фактов незаконных охот и браконьерства, выведение из оборота запрещенных орудий и средств добычи диких животных. С начала проведения комплексного мероприятия изъято 2 запрещенных орудия добычи диких животных, а именно незарегистрированных охотничьих ружья. Изъятые орудия охоты хранились в домовладениях жителей Солигорского района и по назначению не использовались. Сейчас этими фактами занимаются правоохранители. Что касается браконьерства, то степень ответственности напрямую зависит от суммы причиненного ущерба. За незаконную охоту, если вред не превышает 100 базовых величин, это будет административная ответственность. Если же вред будет превышать 100 базовых величин и выше, это будет уже уголовная ответственность. Оценивается по животным, допустим, косуля стоит 120 базовых величин, это уже уголовная ответственность. Заяц стоит меньше, это будет административная ответственность. Инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что нарушение правил охоты может довести до уголовной ответственности. Для осуществления охоты необходимо иметь разрешение на охотничье оружие, охотничий билет, путевку на добычу ресурсов.